Привет всем! Сегодня покажу вам обзор на чехольчик для смартфона Xiaomi или Xiaomi Redmi Note 2. Кое-что с ним уже случилось. Вот здесь вот царапина. Не успел доехать чехольчик, но все-таки крышечку можно заказать, если что будет как новый. И вот он чехольчик. Цену я сейчас здесь покажу. Купил его на Алиэкспрессе. Если что, ссылка в описании. Проходите, очень быстро доставлен. Буквально за 20 дней. Отправлено буквально на следующий день. Ссылка, правда, посылка бестрековая. В комплекте, как видите, идет защитная пленка. Но это недорогой вариант, самый дешевый, простецкий. И вот такой веселенький чехольчик. Матовая поверхность. Для кнопок здесь сделаны такие углубления, здесь выступы. Попробуем совместить это дело. Отверстия совпадают. Камера теперь не будет выступать над поверхностью. Можно будет смело ложить. Класть. Динамика отверстия тоже совпадает, хотя не совсем ровно. Микрофон, USB, все здесь хорошо. Доступ есть ко всему. Кнопки. Кнопки, говорят, будет немножко более туго нажиматься. Да нет, вполне удобно нажимается. Отлично все. Толщину увеличивает, конечно, но буквально на 2 мм. Зато появляется рамка. Вот здесь вот выступ. Если можете видеть, небольшой выступ получается. Поэтому экран при таком положении на поверхности не будет царапаться уж точно. Все, еще приедет 4 вида чехла. На все сделаю обзоры. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Будет также обзорчик на подробности об этом смартфоне. Пытаюсь сделать что-то необычный обзор, так как их уже миллион на YouTube обзоров этого смартфона. Прекрасного, кстати, смартфончика. Попытаюсь сделать что-то чуть более необычное, чем уже эти все обзоры. Всем удачи, всем пока!